шагала, не лечила, бо спынился час. Малю все, а лишь так мало, на цвету моего деля нас. Закопанная тонким марою одною, больше не буду той, что была ранее. Закопанная до боли, дыхаю тобой, больше не иснует мяне. Жары крылы, калі у сердце зяє полымя. Море кожною хвилину вимовляю я твоє ім'я. Закоханная, только марою одною, больше не буду той, что была ранее. Закоханная до боли, дыхаю тобой, больше не иснует мяне. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Мы рады, как всегда, приветствовать вас в 7 часов в телекафе «Вечерний Витебск». И добрый вечер, Иван. Добрый вечер, Юля. Добрый вечер всем тем, кто нас смотрит. Нашу программу начала Кристина Кашперка. Она руководитель вокального коллектива Ольговского сельского дома культуры. И я знаю, что Кристина прошла финал национальных отборов для участия в конкурсе «Славянского базара», конкурсе исполнителя эстрадной песни. Она оказалась в десятке финалистов, поэтому будем желать удачи. Меньше чем через месяц состоится этот финал. Да, ну а вам, уважаемые телезрители, мы желаем легкой недели, легкого продолжения недели, надеемся, начало было именно таким. И сегодня мы вас познакомим еще с талантливыми людьми, которые работают у нас в Витебском районе. Много у нас было гостей с разных уголков Витебской области, и мастеров, и исполнителей, и народных коллективов. А теперь совсем-совсем близко к Витебску. Совсем близко к Витебску, и не покладая рук, в прямом смысле этого слова, создают огромное количество очень классных вещей, часть из которых у нас в студии, и, наверное, самое время знакомиться. Да, это «Вечерний Витебск», мы начинаем встречать гостей. Еще раз добрый вечер. Этот эфир мы проводим в компании талантливых творческих людей, которые работают у нас в Витебском районе. Очень часто, когда к нам приезжают гости из разных районов, мы с Иваном всегда приглашаем наших телезрителей. Вы можете съездить в какой-то город и увидеть там такое и такое. Сегодня у нас гости из Витебского района, ехать далеко не нужно будет. Все, что вы сегодня увидите в эфире и услышите, можно посмотреть, скажем, совсем недалеко от Витебска. Добрый вечер. У нас в гостях Ксения Призба, заведующая отделом любителей творчества Витебского районного центра культуры и творчества, и Наталья Соколова, директор Коптянского сельского дома культуры. Добрый вечер. Ну, давайте, может быть, начнем с того, что действительно интересного можно увидеть в Витебском районе в плане вот творчества и народного творчества, да, в первую очередь. Какие у вас есть направления работы, какие мероприятия вы проводите?
Ну, в принципе, Витебский районный центр культуры и творчества, как и другие подсистемные учреждения клубные, занимаются развитием культурно-досуговой деятельности, привлечением на мероприятия различные, клубное формирование. Делайте так, чтобы не скучно было жить всем в Витебском районе. Начиная от простых мероприятий, так и досуг в плане различных кружков, как их в народе называют, как для детей, так и для взрослых, по разным направлениям, видам деятельности. Это и вокальные, и театральные, и хореографические. Даже есть у нас фотокружки в некоторых клубных учреждениях. Также, в принципе, большой популярностью пользуется у нас фольклорное направление. И в рамках данного направления был даже разработан проект, который называется «У пошуках спадщины». И в рамках него мы ездим по различным отдаленным деревням, общаемся с местным населением, собираем традиции, которые были в то время. Таким образом, мы восстановили танец наш именно Витебского района, называется он «Лентей». И буквально в прошлые два года, в 2017-2018 году, в рамках областного тура народных танцев наши художественные руководители кружков хореографических заняли первое место, а в 18-м гран-при с этим танцем. Очень популярное данное направление. Вот 24 марта мы будем также учить мастер-класс. У нас будет по бытовым танцам в арт-пространстве в ЗЭП. Поэтому всех приглашаем на данную площадку. Легко ли обучиться этому танцу? Насколько он сложный? Танцы довольно легкие и простые, поэтому его спокойно выучат и дети, и взрослые в любом состоянии души. Вот. Но нужно приходить парой, правильно? Потому что можно бытовой танец. Можно приходить и парой, да. А можно прийти и одному, пару мы всегда найдем. Поэтому бояться совершенно не стоит, танцы очень легкие, запоминаются очень легко и просто. Также из проектов у нас еще довольно популярный стал проект, посвященный нашему известному деятелю Федору Махнову. В прошлом году у нас проходил первый фестиваль, посвященный этому человеку в санатории Лёцци. Это самый большой человек в Витебской области, в принципе. Анонсировали мы, наверное, этот фестиваль. Да, как вообще все проходило? И что получилось? Получилось из первого фестиваля? Все, что было задумано. И парк великанов, который мы собирались сделать, он был представлен, многие работы. Приехало много деятелей циркового искусства к нам на этот конкурс. Именно в рамках фестиваля выступали, было очень красочно. Было много пришедших людей туда, в санаторий. Поэтому мы решили возобновить и продолжить данный проект. И в рамках этого проекта в этом году у нас снова есть конкурсы. Это уже не парк великанов, а парк миниатюр. В этом конкурсе могут принять... Это брат принять... Нова, да, решили пойти? Да. В конкурсе могут принять все желающие, как и индивидуально, так и группы можно принимать участие. Это может быть совершенно любая миниатюра, связанная либо как-нибудь с деятельностью циркового Федора Махнова, либо в целом с цирком, либо же это может быть какой-то объект местный Витебского района, области какая-то или самого связь города. Должна быть все-таки, правильно, с историей и с личностью Федора Махнова. Федора Махнова, да. А миниатюра – это не театральное поставление, представление, как именно арт-объекты, объект, то небольшой. Есть это обыкновенный объект, стол, стул, только в уменьшенных размерах. Угу. Размеры совершенно могут быть любые, главное, чтобы отличались от стандартного понимания данного объекта. Также второй конкурс в рамках этого – это «Книга рекордов Предвинья». Это наш местный аналог «Книги рекордов Гиннесса», только мы будем это делать на местном уровне, именно собирать рекорды нашей местности. Принимаются совершенно разные рекорды, тоже принимаются в этом конкурсе участники любых возрастов, категорий, пожеланий. Поэтому если вы что-то умеете, и это что-то нестандартное, и вы уверены, что этого никто другой повторить не сможет, пожалуйста, заявки к нам в Витебский центр культуры и творчества, и мы вас внесем в нашу книгу рекордов. А пока в этой книге рекордов ничего нет. Но пока мы только начинаем данный конкурс. То есть она поэтому... сейчас пустая, можно стать, да, вообще первым, попасть. Да. Просто у нас есть Юрий Викторович, наш режиссер Рыбак, который с удовольствием готов вам присылать туда каждый раз свои рекорды. Он вылавливает. Будем ждать только за гигантов. Вот, также у нас планируется еще конкурс среди великанов. Приглашаем тоже самых больших людей. Между ними тоже будут состязания по различным направлениям. Это и силовые, и умственные будут какие-то конкурсы. И будем выбирать лучшего из лучших.
При этом приглашаются к участию как и местные, так и зарубежные. Поэтому если у кого-то есть знакомые, которые за рубежом, живут далеко, да, но очень высокие. А давайте-ка мы определимся об сантиметре как-то. Высокие это, ну, от какого? Ну, от 1,90 и выше. Так, ну нет, так нет. Хорошо. Еще что-то у вас есть? Еще, да, конкурс репродукции Федора Махнова. То есть это любые арт-объекты, связанные с его деятельностью, либо же с самим образом Федора Махнова. Это могут быть костюмы, могут быть картины, куклы, свистульки. Картины тоже могут быть в любом плане сделаны, из любых материалов. Поэтому приглашаем к участию. Где вы это все будете размещать и хранить? И миниатюры, и картины, и все-все-все. Ну, с местом мы сейчас еще определяемся. То есть может быть такое, что появится проходить какой-то крупный музей? Есть дом-музей, да, Федора Махнова? Есть, в перспективе может появиться какой-то более крупный музей, который будет собирать если вот эти все объекты? Если будет очень много объектов, естественно, я думаю, данное место появится. Но пока это будет все размещаться на площадке, и в дальнейшем, я думаю, приобретет свой дом, где-то сможет остаться и будет накапливаться уже годами, и будет создаваться своеобразный бренд Федора Махнова, который будет привлекать других участников из других областей, регионов и стран. Скажите, а из вот этих больших объектов, крупных, которые вам представляли на конкурс, да, какие самые необычные были? Что такое самое крупное и большое сделали самое ваши участники? Самое крупное у нас был большой-большой велосипед цирковой с одним большим колесом и приставным маленьким. Большущая парта была, за которой... Ну, большущая это какая? Высотой какой? В рост человеческий там? Больше, или... наверное, около 2 метров высоту она была. Около 2 метров высота парта. Да, и что за... Если взрослый человек за нее садился, он выглядел совершенно как первоклассник за нее. А также был большой-большой чемодан, из которого торчали большущие-большущие банкноты, наверное, чемодан размер с этот стол был. Также была большая чернильница с большим пером, тоже в человеческий рост. Зонтики были, прищепки. Очень много чего было. А эти объекты сейчас? Сейчас остались они где-то? Остались, да, они находятся на некоторых, возле некоторых наших клубов, где-то мы их отдали в образование, в школы, которых присылали, потому что, ну, пока место у нас не определилось с их для мнением, парка такого, да, где можно будет это все выставить. Да. Ну, я думаю, мы снова к фестивалю их соберем. Фестиваль, как раз таки, будет проходить у нас 7 июня. Вот, место тоже мы еще пока определяемся, но, скорее всего, это будет снова же санаторий железнодорожный, как и было в прошлом году. Интересное мероприятие, интересное. Да, интересно, что есть внимание к личности Федора Махнова. Потому что человек действительно был уникальный на самом деле. Уникальный, да. У нас вот в прошлом году, в этом году, мы, думаю, тоже пригласим его уже родственников, племянники и внуки его. Поэтому, я думаю, они в этом году нам тоже не откажут в своем приезде. Я могу вас спросить, вы их видели лично? Они хоть немного по росту напоминают своего предка? Напоминают, высокие, да? Да, они высокие, ну, наверное, где-то, ну, 2-10 они точно были. Довольно высокие люди. Ясно. Помимо конкурсов и фестиваля Федора Махнова, какие-то еще такие брендовые мероприятия есть у вас в вашем центре? Ну, пока нет, но мы работаем над этим, поэтому они будут появляться. То есть вы появляться. Пока раскручиваете бренд Федора Махнова, пока а далее что, да. Будем думать что-то еще. Да, сейчас еще как раз-таки запускаем гуманитарный проект, направленный на помощь пожилым, как одиноким, так и просто одиноко проживающим, людям с ограниченными возможностями. Проект в основном направлен для клубных учреждений нашего района, но если кто-то изъявит желание побыть волонтером и помочь в данном проекте. То есть это какая-то помощь людям плане... бытовая, или это вы будете ездить развлекать их как творческие коллективы? Ну, с учетом того, что мы все-таки сфера культуры и предоставляем именно культурно-досуговые какие-то мероприятия, то, естественно, этим людям тоже хочется общения, и этого общения у них в дефиците. Поэтому мы их включаем в социальную сферу посредством вот этих мероприятий, приездом и приходом к ним домой, как-то вовлечение их в культурную жизнь самого района. И те люди, которые могут передвигаться, да, более такие активные, мобильные, тоже более приглашаем
их к себе, проводим с ними мастер-классы, вечера, встречи, портреты, различные направления деятельности. Поэтому если кто-то даже хочет просто попробовать себя в этой стезе, поэтому ближайший Дом культуры будет рад вас видеть. Угу. Ну, давайте сейчас расспросим Наталью о ее направлениях работы, потому что я знаю, что человек талантливый и очень разносторонний. И поет, и фотографирует, и, наверное, танцует. Расскажите, Наталья, в каких сферах вы работаете? Ну, я человек творческий, скажем так. Творчество в мою жизнь вошло в 6 лет, когда меня старшая сестра привела в Дом культуры. И вот до сих пор я в этом Доме культуры, как говорится, и осталась. Мне повезло, что мое хобби совпало с работой. Угу. И вот я благодаря работе раскрываю все свои творческие таланты. Это а это был именно поэт. Этот клуб, да? Это Дом культуры Каптянский. Каптянский именно культуры. Туда, да. В 6 лет, и до сих пор вы там работаете. Там, да. А вас туда привели, извините, на какое-то, какое из направлений? Или, с чего вы начинали? Или просто, да? Дом культуры привели и занимаетесь? С танцевального коллектива, как сейчас помню, Чебурашки. А сейчас он не сохранился, ну, в смысле, не существует? Нет, нет, он не сохранился, но у нас есть другие коллективы, вот, и, скажем так, с годами, если уже можно сказать, с опытом, сейчас я руковожу коллективом, клубом любителей песни «Созвездие», это у нас люди в основном пожилые, и вот свое творчество я передаю им. А про фотографию? Фотография у меня, скажем так, когда-то в школе я ходила в любительский кружок юный фотограф. Это было лет 12, наверное. Потом как-то это все затихло. И лет 10 назад, опять же, благодаря старшей сестре, у нее появился фотоаппарат пораньше. Вот и... Какая старшая сестра, сколько она интересного для вас полезного сделала. И вот уже более 10 лет я фотографирую. Ну, конечно, вкусы меняются. Люблю фотографировать очень макро. Вот одна из моих фотографий прошла в международной премии 35 Эвертс. Это международная премия, где там 160 стран, кажется, участвуют. Вот моя эта фотография в прошлом году прошла третий этап. Ну, скажем так, из 106 участников я вошла в 2500. Для меня, как человека, скажем так, в провинциальных людей немало кто верит, скажем так. Ну, главное верить в себя. Я в себя верю. Вот, и все. И поэтому в себя верю. Если я бы не верила, я бы, наверное, до сих пор бы не творила. А скажите, а что вы фотографировали в макросъемке? Ну, там же есть разные направления. Ой, я люблю и жучки, и паучки, и снежинок. У меня уже многое количество, эти точки, вот все такое вот. Уже можно выставку делать. Это вот в планах, я так думаю. Вот следующее направление, которое будет, это, наверное, будет макро. Потому что уже выставка была «Глаза – это вселенная». Скажем так, этот фотопроект больше был направлен на внутренний мир, чтобы люди задумались о том... А у нас, смотрите, есть фотографии. Да. А это был 10-й год. Вот это вот была выставка «Творческий полет» в Витебском районном краеведческом музее, где представлена живопись моя. А вы еще и рисуете. Я еще и рисую, да. Открылся у меня этот талант. Внезапно, да, как-то? Да, вот, ну, вот самоучка вот такая, да, вот это вот тоже было представлено на фотопроекте. Ну, это была творческая работа, живопись. «Глаза – это вселенная». Здесь все написано. Вот одна из работ, которая была там представлена. Творческой личности с отражением в зрачке аккордеона, который дышит. А вот это детская непосредственность, которая еще боится этого мира. А... Как часто вы проводите выставки и показываете свои работы? Ну, скажем так, человек творческий, он должен как-то эту идею родить, а потом воплотить. И понятное дело, что не может все вот так вот рождаться быстро. Ну да, что это не быстрый процесс. 2014-й это вот была живопись. В 2016-м это «Глаза – это вселенная». В 2018-м была выставка. А вот это вот я попала со своей работой в Москву, тоже на международную выставку. Тоже вы посылаете их куда-то? Да, это онлайн был конкурс. Да. Да, вот меня пригласили, вот моя работа попала на эту выставку «Небо, самолет, Turkish Airline». А вот эта фотография, это уже из фотопроекта «Женщины, внутренний свет», где представили женщины своей внутренней красотой, натуральной красотой. Было сложно найти, конечно, претенденток, оказывается, на этот фотопроект. Почему-то наши женщины... Они не соглашались фотографироваться? Они не соглашались. Они соглашались те, которые постарше или помоложе? Скажем так, постарше тоже некоторые не соглашались. И я была, как скажем так, в легком шоке, что женщина себя настолько вот не принимает такими, какие они есть, что обязательно должен быть макияж. Для некоторых, они так и говорят, для нас подвиг. Что мы... Вот это самая ирония, автопортрет. Что нужно себя принимать любой, такой, какой нас создал Бог.
Это вот тоже финал выставки. Так что я не останавливаюсь. Есть, конечно, мысли какие-то, но уже более глобальные. Скажем так, фотопроекты больше, наверное, на психологическом уровне, чтобы люди задумались, вот женщины задумались о своей внутренней красоте. То есть какая-то идея, концепция у вас всегда да, есть. Да, глазая эта вселенная, опять же, тот же внутренний мир, что нематериальные блага у нас главное, самое главное душа, и как мы ее наполняем. Ну, наверное, вот творчество мне помогает это как-то вникать. Может быть, благодаря творчеству я ищу себя и свой внутренний мир. Скажите, а передаете ли вы это желание искать себя, свой внутренний мир и открывать такие интересные ценности кому-то еще? Ведете ли вы какой-то кружок, учите ли кого-то? Фото нет. Это, скажем, нет, мое да? личное. Это ваше личное? Это мое личное, хобби, увлечение, да? Да. А есть ли какая-то такая вот мечта фотохудожника, где бы вы хотели показать свою работу, может быть? Да. Чтобы пригласил какой-нибудь журнал. Да. Чтобы я там поработала. Вот хотелось бы, конечно. Вы до этого перечисляли так по годам. 2014, потом вы два года пропустили, сказали 2016 выставку, потом 2018. То есть я понимаю, в 2020 должно быть что-то грандиозное. Ну, макро, да, вы уже ну, планируете, что у меня еще одна есть тема, но я не буду говорить вслух. Это сложная тема. А ну, может ладно, быть, потом немножко приятно. А, ну, в принципе, мы можем потом накануне выставки с вами встретиться, да. Тогда, когда уже можно будет об этом говорить, и ничего не скрывая. Да. Скажите, есть ли в Витебском районе какие-то направления работы, творчества, которые можно считать уникальными? Что, по сути, у нас, например, в Витебской области такого мало где есть, и вообще можно удивить этим? Ну, если брать именно удивить, то это вот именно фольклор, потому что им мало кто занимается, и везде фольклор, он особенный, имеет свои особенности, отличия от других регионов. Даже вот, кажется, Витебская область, все регионы очень близко друг с другом, но тем не менее, в том же самом городке или Ушачах традиции местные будут отличаться, даже тот же самый свадебные какие-то обряды. Угу. Вот про свадебный обряд, да, вот тоже восстанавливали благодаря проекту «Пошук Экспачины» наш именно Витебского района, свадебный обряд столбовой, выставляли его даже на конкурс в 2017 году, где он тоже занял первое место. А почему столбовой? Потому что когда приходит сват просить невесту, он залезал на столб и начинал торговаться с родителями. Со столба. Чтобы не побили. Различное тряпье, как можно так сказать, старую одежду. И его должны были угостить, уложить, чтобы могли отпустить невесту. Чтобы он слез со столба наконец-таки, да? Чтобы за него не боялись и не волновались. Да, да, да. Вот, а традиций очень много различных у нас в регионе. Мы еще даже не все сами изучили, но мы к этому стремимся, проводим различные фольклорные экспедиции. Вот, поэтому будем даже рады, если кто-то из зрителей откликнется, если будет знать какие-то особенности. Кому есть что рассказать. Да, есть что рассказать, какие-то песни, танцы, может, какие-то элементы даже из быта, которые сохранились, и точно ни у кого такого прям не сохранилось, мы вот будем очень признательны и будем дальше помогать этому человеку в дальнейшем как-то изучать историю даже своего родного края, своей семьи, может там вылиться во что-нибудь интересное тоже. Угу. А потом еще подключится, у вас есть фотохудожник, да? Фотохудожник, да, который это все еще фотоисторию, впечатлит. Да, сделать. А не привлекаете вы в качестве там, ну вот, например, что-то пофотографировать, репортаж сделать с вашего мероприятия, штатного фотографа? Скажем так, я больше участник этих мероприятий. Да. Невозможно и петь, и фотографировать со сцены сразу же, правильно? Ну, вы знаете, возможно. Возможно, да. В Камчатском сельском доме культуры, то это у вас возможно. Ну а вообще сам Дом культуры, он настолько ну, крупный, и насколько там направлений много работы вообще направлений сегодня? Много, скажем так, очень штаты у нас меняются, молодые специалисты приходят, уходят. А так у нас вокальная хореография, ДПИ представлены. Угу. То есть дети молодые... ходят с удовольствием в нашу студию мастерица, к Ольге Федоровне нашей. Они что-то там делают по девочке, Валентиночке, всякое такое. И детки такие маленькие, которым интересно. Угу. Пожилой возраст, вот они ходят ко мне. Петь. Да. И есть хореография. Но хореография у нас представлена маленькие деточки, побольше, и уже, скажем взрослые. Так, взрослые. Да. Угу. А молодежь, так как вы не хочет прийти в 6 лет, да, и остаться также работать в одном месте. Тяжело задержать, да, в культуре? Ну, наверное, тяжело их задержать в сельской местности. В сельской местности, да.
да. Молодежь, она хочет развития креативности. Угу. А в сельской местности в основном люди-то пожилые, и мы работаем в основном для них. Но в то же время можно найти и плюсы в том, когда приходит большое количество молодых людей. Каждый приходит с какой-то новой идеей, возможно, ее оставляет у вас, а вы ее же потом додумываете. Бывает и такое. Ну, у нас были всякие творческие проекты, вот «Танцуй, душа», потом «Созвездие из песен». В «Созвездие из песен» у нас участвовали пожилые и маленькие дети. Вот у нас были пары, и потом мы выбирали лучшую. «Танцуй, душа» тоже были взрослые и дети. Они танцевали всякие танцы, и потом мы выбирали их лучше. Угу, то есть по всем направлениям и для всех возрастов, по сути. Получается, что вы работаете. Да. Делали фотопроект «Я люблю копти». Угу. Ну, у нас каждый клуб смотрит на население, которое находится в агрогородке либо в поселке, и уже ориентируется от того, что интересно местным людям. Если интересен вокал, естественно, больше представлено вокальных каких-то направлений. Или хореография, театральные есть, поэтому угу. каждый может найти свое по интересу. Угу. Ну и давайте подведем итог, как мы обычно говорим, да, если вы отправитесь в путешествие по Витебскому району, да, и что вы можете увидеть, и когда это лучше сделать. То есть 24 марта вы будете в Витебске проводить, Витебске, мастер-класс по бытовым танцам. А в 7 июня у нас будет фестиваль Махнова. Место потом, я думаю, мы сообщим тоже заранее, еще соберемся как-нибудь. Ну, в крайнем случае, это наша группа ВКонтакте. Там спокойно можно найти информацию о всех мероприятиях, которые мы будем проводить. Также приглашаем к участию в наших проектах, как и в фольклорных фестивалях, также и в Федоре Махнове. Приглашаем к участию и в гуманитарном проекте «Помощь пожилым и инвалидам». Что ж, мы желаем успехов вам, пусть ваши проекты развиваются, участников становится больше, ну и новых побед. Спасибо. А можно в заключение вам подарить моим, одну из фоторабот «Витебск моими глазами»? Спасибо большое, да, как раз для вечернего Витебска самый известный вид Витебска, да. И для телеканала Витебск тоже самый. Ну, для вечернего Витебска это очень большой подарок, потому что, как вы догадываетесь, мы дневной Витебск не видим, поэтому теперь я буду здесь теперь за стойкой будет, да. Наслаждаться. Спасибо, правда. Спасибо огромное, успехов. Спасибо. Прямо сейчас смотрим рубрику «Афиша» и узнаем, какие культурные события ждут нас завтра. Дом кино представляет комедию «Громкая связь». Семеро друзей, собравшись в загородном доме, в шутку начинают игру. Участники должны зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечают только по громкой связи. Они и представить себе не могут, какие удивительные открытия им предстоит сделать друг о друге. Начало показа в 15:10 и 18:55. В рамках гастролей Гомельского городского молодежного театра Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет черную комедию «Братишки». Кто не хочет быть счастливым? Вот и Том с Линдой, обычная семейная пара из Лондона, хотят простого человеческого счастья. А их родственники из самых добрых побуждений по мере своих сил пытаются приход этого счастья ускорить, и от их помощи голова идет кругом. Начало спектакля в 19:00. В рамках международного проекта «Театр HD» кинотеатр «Мир» представляет видеоспектакль «Франкенштейн». Доктор Виктор Франкенштейн создает чудовище, вдохнув жизнь в тело, созданное из частей разных умерших людей. Однако в ужасе от безобразности своего творения он бросает его на произвол судьбы. Одинокий, уродливый, по-детски невинный монстр ждет от мира доверия и любви, но сталкивается лишь со злобой и ненавистью. Окончательно отчаявшись, чудовище клянется разыскать своего создателя и отомстить ему. В главной роли Бенедикт Камбербэтч. Начало в 19:30. Это «Вечерний Витебск», и мы продолжаем знакомить вас с интересными творческими людьми, интересными направлениями работы, которые есть в Витебском районном центре культуры и творчества. Есть среди них и такие, которыми могут похвастаться далеко не каждый районный центр культуры и творчества. Это белорусская наша свистулька и изделия из кожи, удивительные, просто волшебные. Даже сложно себе представить, как можно сделать такое своими руками. Я представляю людей, которые этим занимаются. Олеся Сарбаш, мастер-методист Витебского районного центра ремесел «Возрождение», Игорь Евстихов, народный мастер Беларуси, член Белорусского союза мастеров народного творчества, руководитель образцовой студии декоративной обработки кожи «Эксклюзив» и его ученица рядом с Иваном Виктория Севастополева. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, давайте, наверное, начнем со свистульки. У вас свистульки не совсем обычные.
Очень интересная история. Расскажите, благодаря чему вот в книге, которая была совершенно недавно, да, презентована, посвященной белорусской цацке или альке Витебщины, вот, есть и ваша работа. Расскажите, что это за свистульки и чем они уникальны? Ну, уникальны тем, что, ну, как бы, расскажу предысторию. Была в библиотеке и наткнулась на книжицу. Книжица Михася Ржаводского «Белорусская глиняная цацка». Изучив эту книгу, как бы почитав, ну, решила заняться свистулькой. Угу. Ну, постепенно я доходила до того, чтобы научиться изготовить свисток. Это самое сложное в свистульке. Саму форму придать это не так уже и тяжело. В смысле, чтобы был звук определенный? Чтобы свистулька должна свистеть уже в сыром виде. То есть ее изготовила сразу, изготовила свисток, она свистит сразу. Угу. Вот, потом, естественно, сушка там у нее проходит все. Но в процессе сушки обжига тоже может быть нарушен звук. Так вернемся к нашим свистулькам. Я, когда изучала эту книжку, я здесь увидела фотографии, которые, свистулек, которые были найдены на раскопках города Витебска. И я решила реконструировать, попробовать реконструировать эти свистульки. Ну, и я думаю, что вот мой результат. В том виде, в котором они были. Да, в том виде, в котором они были первоначально. Я покажу, вот у меня в руках как раз именно такая свистулька, да. А какая-то история есть, то есть что это были за свистульки, что за человечки, или это просто какой-то образ, чтобы развлекать ребенка, например? Ну, вообще свистулька – это... Свистулька – это игрушка для детей. Она, конечно, носила как бы характер больше вот игрушки для детей, но в то же время считалось, что свистульки, как говорят, в доме свистеть нельзя, свистулька, издавая свой звук, она наоборот отпугивала злых духов из дома и привлекала хороших духов для того, чтобы оберегать детей, чтобы у них было все хорошо и... То есть свистеть можно и даже нужно, да? Свистульки можно и нужно. А я вот сейчас рассматриваю одну из таких фигурок, которую я вижу у вас в книге, вижу у Юли на столе, точно такая же у меня в руках, вот это человечек. И здесь снизу стоит, это ваша подпись, да, вы ставите? Да, такую? Да, я ставлю клеймо мастера, как бы на всех моих работах есть клеймо мастера. Угу. А скажите, а ваши свистульки где можно увидеть? Участвуете ли вы в каких-то выставках, конкурсах, где можно на это все посмотреть? Или это нужно приехать обязательно к вам в ваш центр культуры? Ну, от центра культуры я работаю в центре ремесел, который uh-huh. находится в поселке Октябрьском. Туда можно приехать к нам на мастер-классы. Я вас научу изготавливать эти свистульки. То есть можно вот прям как в 17 веке сделать свистульку? Да, мы с вами попробуем. Вы можете что-то свое привнести туда. И приезжайте к нам, делайте. Ну, также я участвовала в Дубровна, Дубровские голосы, в конкурсе в этом. Скажите, а как-нибудь играть на них музыкально, чтобы получалась целая какая-то композиция? Вы умеете или вы только мастер и можете проверить, что да? на свистке? Да, просто посвистеть, проверить и все. Ну да, музыкального слуха у меня нет, поэтому я как бы вот слышу звук, что он чистый, ну как бы если там уже какие-то недостатки, я слышу, что он сипит, хрипит, гудит, что-то не то. Ну а так, кто имеет такой музыкальный слух, приезжали, даже заказывали, именно вот они выбирали из тех, что я сделала, и не играли. Чтобы звук был определенный, да? Да, именно вот у нас как фольклорные вот эти вот все конкурсы проходят, и люди применяют это все, и ДШАИ заказывала у нас, угу. Мазаловская, несколько свистулечек. Скажите, какая-то особенная глина, какой-то особенный материал нужен, чтобы она хорошо звучала, чисто? Нет. Обыкновенная глина, которая у нас в Витебском районе везде и повсеместно, да. Ну, в основном, как бы, у вас традиционные свистульки именно в традициях Витебского района, или вы делаете что-то такое прям очень креативное, принципиально новое от себя? Да нет, как-то стараюсь больше все к традициям, туда, к корням, тем более, что самородом из Витебского района. Угу. А дети интересуются этой тематикой свистулек? Приходят ли к вам часто на мастер-классы, чтобы научиться? И потом забрать. А потом забрать и свистеть дома. Родителям на радость. Ну, у меня кружок, как в простонародье называем, любительский коллектив, куда входит 10 детей. Дети у меня...
от первого класса. Ну, в принципе, как ко мне могут приходить заниматься дети от 6 лет и до 99+. Хотя детские сады очень интересуются, что как бы дети старшей группы тоже могли бы это делать. Хотя мои дети с 3 лет уже начинали что-то пытаться ваять из глины. На самом деле это не так уж сложно, да? Это не сложно. В принципе, вот, как говорят, да, это то же самое, что лепить из пластилина. Но нет, из пластилина лепить немножко, он даже на ощупь материал совершенно другой. Да, что-то в этом есть схожее. Вот, но я бы не сказала, я как мастер, я не могу. Пластилин я вообще не признаю как материал. Для меня лучше вот... А какая-то обработка глины проводится или вы просто вот ее... Из природы сразу на лепку и сушиться? Нет, мы сначала как бы добываем глину, потом ее сушим, размалываем, разводим глины до сметанообразного состояния, потом процеживаем, очищаем ее от примесей, от камушков, песок. Трудоемкая работа. Да, да. Потом это все мы подсушиваем, вот этот вот жижель, который вот на гипсовых плитах, до пластичного состояния, в принципе, и... Начинаем тогда уже работать, потому что если взять из земли глину и слепить, то в процессе проявляется известь, камни, и ну, будет много брака. А брак нам не нужен. У вас только качественная работа. Да, мы стараемся качественно все делать. Игорь Викторович, давайте немножечко расскажем о тех работах, которые представлены в ваших, потому что таких вещей у нас, наверное, в студии еще не было никогда. И, в принципе, достаточно редкий для работы материал, когда мастеры работают с кожей. Ну, по крайней мере, у нас в Витебской области пока еще никто не привозил такие чудеса. Расскажите, как появился ваша студия и как вы начали увлекаться таким необычным творчеством? Ну, сначала как бы появился я, потом появилась студия, потому что как бы... Ну, все началось, наверное, с того, что так или иначе все мои родственники, предки, мой прадед занимался как бы кожей, он делал там обувь, у него был магазин на берегу Двины, где он и продавал сёдла. Может быть, от этого как бы и мать работала с кожей связанной, брат у меня практически этим занимается, делает обувь, ремонтирует. Угу. Ну, я к этому пришел. Ну, тоже в культуре я работаю 20 лет. Где-то 11 лет, как мне было присвоено на коллегии при Министерстве культуры звание народный мастер, я защищал это. Ну и потом образовалась, вот в прошлом году было 10 лет, образцовые студии, угу. Которые занимаются. Она, кстати, единственная в Беларуси. Образцовой студии по художественной обработке кожи. Ну, это ремесло, ну, в общем-то, как и все такие ремесла редкие, они потихонечку вымирают. А с чем связано, что вымирают? То есть это, ну, может быть, это даже дорого, я бы сказала, наверное, да, кожа такой материал. В принципе, да. Ну, надо делать либо как бы поспевать, а кто-то хочет заработать на этом какие-то деньги, либо делаться для души, но это уже совсем другое. И как бы если вот, скажем, там вот сумочка, она делается 9 месяцев, это вышивка, это чеканка, это металл. Это там множество других, кроме кожи, все это делается, делаю я. Угу. От начала до конца. Начинают фурнитуры, там как это будет все выглядеть. Даже жалко носить такую сумку, которая делается 9 месяцев. Да. Но она и служит, наверное, потом долго. Ну, как бы даже не факт в том, чтобы она служила. Она сама по себе уникальна. Она как произведение искусства, по сути. Да, скажем, вот она вся в листве, эта сумка. Где-то один листик вышивается, один листик. Он шьется порядка 2,5 часов. Это все набивается, прошивается, потом прогоняется. Тут достаточно сложная технология. Она вся в листве, то есть это сидеть и вот монотонно делать какую-то одну и ту же работу, одну и ту же операцию. Это, она очень утомляет. Терпение нужно иметь железное, наверное. А с чего начинают ваши ученики, воспитанники, когда приходят заниматься в объединение? Вот что вы даете одно из первых заданий? Ну, это же не сумки, это, наверное, что-то попроще. Вот это я все... браслеты вижу какие-то. Это все каждый раз меняется, каждый раз какая-то новая, придумываю какую-то новую игрушку. То есть мы не идем вот, что вот положено. Когда-то было первый год обучения, там дети к третьему году обучения, они только приходили и делали уже какие-то большие вещи, крупные сумки. Сейчас они, в принципе, это могут делать уже в первый год обучения. Вот. Главное, как бы, даже не занять их чем-то, научить какому-то ремеслу, чтобы они могли сами определяться, для того, чтобы они могли что-то выбрать для себя и попробовать, насколько это получается. Вот у меня когда-то Виктория тоже, она приходила. Сейчас она уже мастер, она вступила в Белорусский союз, она сябра Белорусского союза, она уже бывала с выставками в Литве. Вот. Ну, а начинала тоже когда-то в 7 классе пришла. Виктория, вы сами пришли или вас привели?
на кожу? Я попала к Игорю Викторовичу совершенно случайно. Моя бабушка работала в Доме культуры. И я случайно зашла посмотреть, чем же там занимаются. Зашла и так осталась на 7 лет. Посмотрели? Да. А вот я спрашивал, с чего начинаете, ученики, вы помните первую такую серьезную работу, что вы сделали? Да, я помню, это была маленькая сумочка, называлась она «Ладанка». Работа с молотком была, училась держать молоток в руках. Вы первый раз тогда взяли молоток в руки? Не первый, но осознанно первый раз. Какой-то целью конкретной. И потом вы с этой сумочкой, вы куда-то ходили, или она просто стояла у вас красивая, вы боялись притронуться и всех отгоняли? Не боялась, но, наверное, не использовала ее по назначению. Просто она была у меня как память, как первая работа, первые ошибки. Вот. Рядом с вами вот сейчас стоит сумочка, это ваших рук дело? Да. Сколько по времени у вас она заняла? Не помните? Довольно долго. Здесь много вышивки, плетение. Долго делается, да. Ну, не неделю, я думаю, тоже месяц. Больше какой-нибудь, недели, да? Да. А как вы выбираете... Ну, есть же, наверное, разные типы, виды кожи. Вот расскажите о том, как, что более пригодно, что может быть сложно для исполнения. А вообще, как это найти такую кожу? Где это найти? Да, если с глиной такую... все понятно, благо нашей области. Глины проблем нет, да, иди изготавливай. Начинаем с того, какую вещь мы хотим делать. Для каждой вещи выбирается кожа по толщине, по тому, какая она... блестящее, не блестящее, что мы хотим получить в конечном итоге. Потом начинается работа с кожей. А какие-то эскизы, наброски вы делаете, или это все в голове, в сознании мастера, и он уже делает? Ну, изначально, конечно, это в голове, да. Но потом, по мере того, как ты начинаешь работать над вещью, ты начинаешь рисовать ее, строить лекала, и потом уже воплощать. Но здесь все как-то здесь не используется клей, здесь не используется, да, ничего такого, что сегодня можно найти в промышленности. То есть это все ручной труд, все заклепки, да, наверное, какие-то, да, инструменты. Все ручное, да. А какие инструменты, помимо молотка, вы обучаете детей орудовать, чтобы сделать такую красоту? Ну, во-первых, все это делается самыми примитивными орудиями, скажем, я использую там для того, чтобы вот у меня там часто в Минске спрашивают, как ты сверла точишь? Я говорю, я сверла ничего, беру шило, беру молоток, тух, и дырка есть. Вот. Я подхожу простыми, способ, да, то есть взять отвертку из отвертки чего-то и вычеканить это все можно простыми инструментами, элементарными, там, отверткой, шейлом, все, что есть под руками, и вот как и делается оно из того, что есть под руками. Угу. Есть кусок металла, ты можешь этот металл выгнуть, сделать как бы, вот, есть немножко... И сделать такую, да, и почти ювелирную вот, работу, да, из металла. Вот. И металл тоже гнете, Виктория? Да. Да. Да? Виктория, к этому, да, приходишь не сразу, когда научился пользоваться всеми приемами, орудиями, потом начинается сложная работа с металлом, с костью где-то, возможно. С костью? Да. А чьей? С костью. Чьей? С костью я работала мало, для начала скажу. Но из нее тоже получаются довольно интересные работы. Ну хорошо, вот скажите, на столе лежит книга в переплете. Вы сами придумывали, ну, каким будет переплет? Или... Орнамент здесь. Да, орнамент. Или, может, есть какие-то, немножко, не знаю, где-то сохраненные фрагменты, и вы восстановили, вот раньше так делали, сделали по образу и подобию? Ну, нет, во-первых, как бы делать его по образу и подобию, ну, в основном кожа на такой материал, она гниет в земле и редко сохраняется. Конечно. Однако это все сделано традиционной техникой, тут нету ничего такого, как бы, вот, все делается от начала до конца вручную, вот, и делается чисто в традиционной технике, тут натуральные камешки, янтарики стоят, тут как бы... Я отсюда вижу какой-то грубый рельеф кожи. Не крокодил ли это? Нет, это абсолютно не крокодил. Дело в том, что любой рельеф, то есть из любой кожи, скажем, светлой, можно сделать темную, можно пройти ее тиснениями, оттеснить ее горячими штампами. То есть масса способов, которые ты можешь вот обработать и сделать. То есть видоизменить ее по-разному можно абсолютно. До неизнаваемости. И скажите, и швы вот это вы прошиваете? Все делается, сначала набивается шилом, потом вручную все это прошивается. То есть на машинке где-то что-то прогнать не прокатит? Вообще нету ничего. Наверное, ни одна машинка не возьмет такое, да? Поэтому это как бы оно имеет такой вес. Поэтому вот в 2007 году я ездил в Венесуэлу.
вот в составе делегации, когда первый раз наш президент встречался с Чавесом, вот года 4 тому назад, 5, по приглашению индийского правительства я был в Индии. Очень постоянно какие-то поездки, вот Литва, Латвия, Польша и Словакия сейчас открылась, сейчас Санкт-Петербург приглашает, вот буквально в конце месяца я поеду. Поэтому... Для них это объекты искусства, да? Они ведь так это расценивают. Для них просто сейчас никто так не делает, чтобы смешать все техники. Тут, наверное, вот я и по Европам ездил. То есть, если ты специалист по коже, ты работаешь только с кожей. Здесь я работаю и с металлом, и с костью сгравированной, и с вышивкой, и с камнями. Все это надо придумать, сделать, скомпоновать, потому что чисто кожей заниматься это крайне неинтересно. Ты ограничен в своем выборе. И, соответственно, это все как-то мифологически обыгрывается. Вот, как, скажем, кость, например, нельзя использовать кость. Можно ее использовать только тогда, когда она пролежит в земле столько, сколько она ходила по земле. Тогда древние славяне ее использовали. То есть она уже очищалась. Если там, скажем, та же самая даже кожа какого-то, в смысле, кость какого-то животного, вот она 50 лет там пролежала, она уже очистилась, с ней можно работать. Либо я использую рог лося. Это кость, которую животное само скидывает с себя, и с ней можно работать, пилить ее на пластины, делать различные обереги, делать различные, гравировать там руны. Вот. И использовать, опять же, вставляя ее вот... Ну, а символика, ну, обереги, руны, то есть это какие-то символы, какие-то, да, знаки? Да, это символы древних славян. Какой-то код тоже записывается в эти изделия? Естественно, то есть есть основные, как, например, ну, вот это вот. Здесь в данном случае руна Дачбога. Это бог, у которого, который дающий бог, у которого был единственный бог, которого можно было о чем-то попросить. И который, в общем-то, исполнял. Ну, вот. Ну, а также есть руны там Сварога, то есть сама по себе история вот этих рун, и птички Сва, которые как бы изображены на сумках. Но вы все их наносите со смыслом, осознанно, конечно, не бездумно, конечно, как, знаете, мы сейчас английские надписи часто носим, непонятно, что написано, но красиво. Тут такого нету, тут как бы оно идет, во-первых, как бы ты смотришь, ну, например, вот на сумке, там на лицевой стороне изображено, ну, символ как бы листья, это символ как бы жизни, жизнь, которая поднимается, красный и зеленый, причем как бы это опять же созрелась жизнь, в центре находится солнце, символ как бы божества, потом славяне поклонялись тому же самому. Вот. Ну, а я и собрал. То есть история, она, ее можно как бы раскрывать и смотреть, она читаемая история, где можно, в общем-то, рассказать для чего, почему, что это сделано. Это ваша была такая большая самостоятельная работа по поиску всех этих данных? Или это вы где-то еще смогли изучить? Просто интересно, это такое, ну, фундаментальное знание нужно иметь все по мифологии с и с того, что я год отсидел в библиотеке Ленина, когда еще не было, то есть это было лет 25 тому назад. И я выписывал, у меня 4 конспекта, которые я просто выписывал все, что можно было выписать по коже, по обработке художественной кожи. Сейчас я все эти книжки купил, но тогда я это все переписывал от руки, перерисовывал эти рисунки, прежде чем приступить. Год, библиотека Ленина. А потом уже потихоньку я начал, увлекся немножко, скажем, западной мифологией. Ну, сейчас есть такой науковец, это Асов, который издает книги по славянской мифологии. Она не менее интересна. Вот. И я взял за основу славянских. У меня очень много книг по истории, по развитию ремесел. Я их покупаю, стараюсь, поэтому... Все-таки какое древнее ремесло, вы даже книги переписывали вручную. Я вот сейчас понимаю это. Да, это просто в 8 утра я приходил, и в 8 вечера я уходил из библиотеки Ленина. И сидел, переписывал вот эти. А вообще материалы, ну, то есть были материалы, да, на тот момент, когда вы этим занимались? Немного, но было? Или сейчас не больше появляется? Было какое-то желание чем-то заняться. Ну, то есть, как бы... Ну, просто вы нашли это увлечение. Да, я как бы занимался, я писал песни, писал сценарии, даже где-то учился в институте культуры, чуть ли режиссером не стал. Но все равно, но творчество все равно где-то вот пробилось. Мне так нравится, вы в разговоре так вплетаете, так, ну, незначительно. Это вроде как бы незначительно. И песни писал, и в Венесуэлу ездил, еще в Индии был. И вот так вот как-то это у вас все складывается. Это как бы не основное. Основная как бы не какая-то цель поехать в Венесуэлу, а основной это путь. Мы как понимаем, что в охоте не основное убить зверя, а основное подготовка, дорога, сам процесс. Замучиться нужно. А когда ты уже к этому пришел, ну и что? Надо дальше куда-то двигаться или вот остаться с этим. Ну, нам нравится. Мы смотрим на ваши работы, восхищаемся. Есть ли у вас коллеги в Беларуси? Единомышленники, кто тоже занимается художественной обработкой кожи, но хотя бы в близком уровне к вашему. Ну вот Виктория, я думаю, да, уже коллега ваша стала. Да, Виктория. Ну, те, которые, наверное, вот, которые занимались, которые, в общем-то, вступить в союз мастеров народного творчества, это достаточно сложный процесс.
А что для этого нужно? Для этого надо что-то показать, какие-то работы. Это раз. Чтобы работы были традиционные, да. Чтобы это была традиционная техника, чтобы это, как бы, в общем-то, были какие-то, естественно, показы, выставки, чтобы как бы были вот, ну, какие-то ученики, последователи. Вот. Но в любом случае, чтобы это было сделано в каких-то традиционных техниках. Вот. Ну, Виктория, как бы с первого раза мы пришли. Без проблем. Вика, а вы сейчас учеников себе набираете? Пока еще нет. Я считаю, что мне еще многому нужно научиться. Но в дальнейшем, возможно... Ну, хотелось бы, да, это передавать, учить других. А еще у меня такой вопрос возник. Что нужно, чтобы получить звание народного мастера? Потому что, как бы, ну, не все... Все мастера, которые к нам приходят, хвастаются таким званием, скажем. Ну, я как бы не хвастаюсь. Мне вот как бы можно похвастаться тем, что в 50 лет мне его присвоили пожитьёво. Это здорово, правда, поздравляем. Ну, это как немножко грустно звучит, когда говорят пожитьёво. Вот, поэтому, ну, для этого тоже надо очень достаточно долго заниматься, иметь последовнику, это сделать выставу, провести в Минску, как пришли новоуковцы, как посмотрели все, поглядели, да, так, и традиция была. Так, а была традиция, как бы это было, ну, и на подставе этого яны могут и вырешить. Але не шмат такого было, як бы то, такое отбывается раз у 5 годов, ці у 7 годов, коли збирается там трохи гэтых майстров, и потом... Я говорю, вы удивительный человек. Вот просто в какую-то секунду вы даже на белорусский язык сегодня перешли. Великолепный белорусский язык. Коли все тут размовляли на российской мове, я так само размовлял на российской мове. Спасибо огромное, что заглянули к нам сегодня, что показали такие удивительные вещи. Успехов вам, новых интересных открытий, новых интересных таких красивых работ. Будем всегда рады видеть у нас в телекафе «Вечерний Витязь», приглашать вас еще, конечно же. Ну а сейчас прощаемся с вами и смотрим рубрику Александра Каринмана. Всем привет, ребята, меня зовут Саша Каринман, и сегодня тема нашей программы очень простая. Как на что-то намекнуть своей второй половинке? На что узнаем прямо сейчас, погнали. Как вы считаете, как намекнуть своей второй половинке, что она храпит? Или что она ужасно готовит? Ужасно. Не, готовит вкусно, вот то, что храпит, надо просто вовремя поцеловать. В нос? Обязательно. В ухо работает, да? Сознанием дела. Ну, мы желаем вам всегда говорить прямо друг другу то, что думаете. Вы нам не поможете? Скажите, как намекнуть своей второй половинке, что она ужасно готовит? Просто я очень хорошо, поэтому я не знаю. Что вам просто не рассказывают? А как хорошо, как намекнуть ей, что она храпит по ночам? Не знаю. Нас сейчас смотрят молодые люди, которые в отношениях. Они хотят своим вторым половинкам, девушкам, сказать, что нужно заняться своим внешним видом. Как вот намекнуть, что все, нужно идти на спорт, нужно что-то делать? Ну, конечно, надо прежде внимание себе больше уделять. Очень полезно, я считаю, это в бассейне. Для спины хорошо. Развиваться очень хорошо. Ну и не лениться, подниматься утром, гимнастику легкую делать. Как намекнуть своей любимой девушке, своей второй половинке, что у тебя есть жена? Как намекнуть? А как можно намекнуть ему? Я не один. Я не один? А, да? И ты не одна. Слушайте, как намекнуть своей любимой девушке, своей второй половинке, что у тебя есть жена? Ну, такого не должно быть, по-моему. Хорошо, а как намекнуть ей, что она храпит? Просто сказать, или подушкой бить. Подушкой закрыть? Подушкой ударить ночью. Ударить, закрывать не надо. Да. Называется убить тигра. А, вы их сознанием дело говорите. А как намекнуть своей второй половинке, что ты бы хотел, чтобы она увеличила грудь? Зачем? Что природа дано. Да. То... Мы с вами абсолютно согласны. Не надо этого делать. Хорошо. Как намекнуть своей жене или сказать, что ты хочешь пятого ребенка? Я думаю, сказать о том, что... Много детей, хорошо, поэтому... Поэтому давай. Как намекнуть своей жене, что хочешь пятого ребенка? Слушайте, как намекнуть своей второй половинке, что у нее усы небольшие такие, у девушки? О, я даже не знаю, вы что, не намекать? Вы же не намекать? Все, понял, хорошо, дня. Ну что, ребят, горячие советы, как пирожки подоспели, самое время разбирать. На сегодня все, пока.
Александр Каридман, как всегда, поднялся настроение. Ну, а наш эфир подходит к завершению. Вот у нас есть еще один музыкальный номер от Натальи Соколовой, директора Коптянского сельского дома культуры, которая и танцует, и поет, и фотографирует. Самое время познакомиться с еще одним талантом нашей гости. Мы желаем всем нескучного вечера и прощаемся пока. До свидания. Тепло мне отдай, первый луч невесомый. Не стой у окна, как чужой незнакомый. После дождя войди в мой дом, шутя, с небом играя. Блик твой сладкий сон, и мне так дорог он. На душе печаль, тихий стон. Мне так больно знать, что небо далеко, нам не летать с тобой высоко. Und da, nan 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 da,